Здравствуйте, с вами Юля. Сегодня я хочу открыть вот такие интересные сюрпризы. Как видите, у меня есть два киндер от Шоя, Kidsworth и ХВ. Пасхальное яйцо. Теперь давайте откроем киндер от Шоя для девочек. Оно у меня уже открыто, я так... Как вы видите, мне оно, к сожалению, попалось. Вот такие крейзи идут. Я уже его собрала, чтобы не тратить время. Он меняет цвет. Тепло, наверное, на воде. На синий. Только интересно попался. Будем тратить время. Давайте следующий откроем. Будет у нас Kidsworth. Десерт с игрушкой. Вот это упаковочка. Интересно, какая категория здесь достанется. Ой, досталось пасхальное. К сожалению, не знаю, повтор это или нет. Не помню. Нет, смотрю, кажется, у меня такой нету. Этой цепочки у меня нету. Здесь вот такая большая коллекция. Вот эта цепочка досталась. Такой интересный цыпленочек в красном. Милашка. Как уже все знают, здесь идет категория из 12 игрушечек. Давайте следующий откроем. И это у нас пасхальное яйцо. Здесь идут пасхальные кролики. С праздником Веселой Пасхи. Я последнее взяла, больше таких не видела. Все уже приклеилось. Здесь идет чупа-чупс. Коллекционный лист. Здесь такие зайчики. Вау, новенькая фигурка. И не попался зайчик. Божья коровка. Беременная. Ну и пусть еще. Как будто беременный зайчик. Хвостик торчит. Ручная покраска. Из-за этого они немножко не такие качественные, как на рисунке. Вот он на серединке. Давайте следующий откроем. Kidsworth десерт с игрушкой. Не знаю, что за категория магнематика для девочек, но здесь не пририсован цвет. Так, это что такое? О, опять эти крейзи, прикольно. Если уже такая странная крыса идет категория. Вот это самая прикольненькая синяя, это фиолетенькая. И вот я собрала. Идет из трех частей. Точнее, из четырех частей. Пяти. Я собрала. И вот так она ставится и, не знаю, пуляется что ли. Типа запуляется. Нет, что-то здесь вот так идут.
вот так она. Очень туго. Типа так бросается. Прикольная грязь. Давайте откроем вот этот кисорт. Но у меня еще есть вот такой. Вау! Датчик смокинги. Круто. Вот такой мне еще не попадался. Также мы уже видели коллекционный лист. Вот он. Вау, какая прелесть. Несет так яйцо. Прелесть просто. И давайте наконец откроем последний кит-сорт. Здесь вот такой кит-сорт десерт с игрушкой монстры. Вторая серия. Я уже такое открывала, кажется, на этом канале. И давайте еще откроем, посмотрим. Что же здесь за монстр? Ой, это, к сожалению, повтор. У меня такой уже есть. Я уже такой находила. Такой, куда его положила, не помню. Вот. К сожалению, открывала, находила, попадался. Такой коллекционный лист, это Лаврелла, у меня уже на второй повтор. Как видите, здесь попадается 8 монстриков. И кажется, кто нарисован на упаковочке, те и попадаются, потому что другие мне не попадались. Такой интересный Лаврелла. Такие интересные фигурки мне попались. К сожалению, повторы. И, к счастью, новенькие и интересные. Если вам понравилось, ставьте лайки. С вами была Юля. Всем пока. Бай-бай-бай.